Приветствую вас, мои дорогие друзья, в четвертой и заключительной части видео МК по созданию плюшевого тигренка. И хочу сразу обратить ваше внимание, я связала еще по этой же схеме вот такого маленького тигренка. Вязала я его из пряжи джинс крючком 2 мм. И вот смотрите, какая разница в этих игрушках в размере. Ну, у меня здесь получился немножко любознательный, так как глазки великоваты для этого тигренка, для этого размера тигренка. Глазки в последующие, если буду вязать таких же, я буду просто глазки делать поменьше. Ну, а так вот я просто связала для того, чтобы показать разницу между толстой пряжей и тоненькой пряжей и размерами крючка. Ну, а мы давайте продолжим. У нас сейчас наша заготовка, наш будущий тигренок выглядит вот таким образом. Вот такой вот. И продолжим дальше оформлять мордочку. Для этого нам понадобится коричневая пряжа. Я такой пряжей вышиваю носик. Вводим крючок. Вводим иголочку. Это я заговорилась немножко, извините. Вот снизу. И выводим ее вот в начало, там, где вязалась первый ряд. Вот у нас такое видно. Сейчас я продену иголочку. Вот. Сюда. И выводим ее. Оставляем небольшой хвостик. Такой приблизительно. И далее формируем носик. Делаем вот такой вот треугольничек. Можно поуже, пошире. Но сильно широкий нет. Приблизительно вот такой. И начинаем вышивать. Теперь заполняем вот этот пустой уголочек коричневой пряжей. Вводим иголочку в это отверстие и выводим там, где носик заканчивается. Не сильно затягиваем нить, так как она протянется, затянется и будет нелегко, а так тоненько ложится. Лучше ниточку свободно пропускать, тогда она ложится на свой диаметр нити. Вот, заполняем. Можно и другой пряжи, если у вас нет плюшевой. У меня достаточно. Последний стежок. И теперь я еще здесь вот закрываю его. Либо можно сразу эту ниточку проложить, а потом проходить со стежками. Вы посмотрите, как вам будет лучше. Затем иголочку вот вставляю сюда, то есть прокладываю вот эту нить поверху носика. И вывожу ее там, где у меня она заходила, нить. Вытягиваю.
И следующий шаг. Я ввожу иголочку вот сюда. И также вытягиваю ее в первоначальное отверстие, куда нить заходила. И теперь немножко стягиваю. Затем обрезаю. Еще раз подтянув, завязываю на 2 узелка. И саму ниточку прячу вовнутрь изделия. Все, сам носик готов. И теперь начнем с того, что мы с вами вышьем бровки и вышьем вот эти полосочки. Для этого мы возьмем нить, каким вы будете, темно-коричневым или черной пряжей будете вышивать. Приготовьте и вставьте в иголочку. Введем иголочку где-нибудь сбоку. И вот буквально на один ряд от глазика посмотрим, где у нас будут бровки. Можно вот таким образом приблизительно посмотреть, где они будут располагаться у вас. Ну, вот, можно вот здесь. Вот так. Это низко. Тут. Оставляем небольшой хвостик. И делаем бровку. Она у меня большая все-таки получается. Я возьму на ряд выше. Вернее, на один столбик выше. И вот так. Делаю липо, можно вот сюда сформировать. Это все очень индивидуально. Все, как я говорила, тигрята получаются разные. Внешне. Так, ну, приблизительно вот здесь я ставлю. И перехожу. Вот у меня центр. Вот с этой стороны ввожу иголочку с нитью. И вывожу ее. Так симметрично. То есть она у меня будет вот так лежать. Кстати, мордочку можно вышивать как упал тигренок, как вот так. Также можно и вот так, по желанию. И делаем вот так несколько полосок. Почему я начинаю с полосок? Мне будет так более симметричней расположить ушки. Последняя полоска я вывожу сюда и вывожу на серединку, чтобы сделать такую прямую линию вот сюда вниз. И здесь заканчиваем. И нить выводим. Если же нить у вас осталась очень длинная, ее можно будет еще использовать и сделать боковые полосы. У меня нить
получилась достаточно длинная, можно вышить еще боковые полосы, что я и сейчас сделаю. Я буду вышивать их тоже вот так. Вот. Можно эти полосы вышивать и вот таким образом. Я думаю, что сам процесс вышивания полосок теренка вам понятен. Вы можете сами придумать расположение полос. Вот у меня ниточки достаточно было, чтобы я сделала и полоски сбоку. Ну а теперь две вытянули, завязываем. Этот вам уже известен прием. И заправляем вовнутрь. Как вышить полосы, вы поняли. Также полосы мы вышиваем еще и по бокам тигренка. Ну, как я вышивала хвостик, я вам еще покажу. А сейчас будем пришивать ушки. Так, пришиваем ушки. Смотрим, вот у нас передняя часть, то есть это лицевая как бы сторона ушка, это сзади. И прикладываем приблизительно, в каком месте у нас будут ушки. Если вам непонятно, по одному ушку приложите два. Приложили, вот так его положим и отсчитаем 6 рядов от носика. Вот 6 рядов, которые у нас провязаны оранжевой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот между 6 и 7 рядом располагаем ушко и будем его пришивать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь у меня будет располагаться ушко. И вот подхватывая между рядами, захватывая петельку с ушка, и опять провязываем между рядами. Протягиваем, вернее, между рядами, закрепляем его. Вот этот хвостик, который у нас был при вязании начала ушка, мы его запустим прямо вовнутрь с помощью крючка. Введем крючок где-нибудь со стороны, подхватим ниточку эту, которая у нас осталась, кончик нити, и протянем ее вовнутрь изделия. И теперь она нам не мешает, видно, как пришито ушко, где его еще нужно закрепить. И вот у нас остается еще ниточка. То, что я говорила вам в начале, может быть, подлиннее ниточка у нас отрезалась, для того, чтобы потом можно было корректировать мордочку. Вот видите, здесь вот с этой стороны так, а здесь немножко столбики так прошли, что больше белого получается. И это белое мы сейчас закроем с помощью оранжевой пряжи.
эти нити наложатся на белую пряжу. И таким образом, видите, теперь одинаково смотрится с этой стороны и с этой. И вот еще беленький кусочек я прячу. Можно здесь сделать, чтобы было более ровненько и красиво. Так, пройтись по белым лучикам. Немножко еще у меня беленького видно, я также спрячу с помощью этой ниточки. Это уже более такой ровный рисунок. Теперь саму ниточку нужно закрепить. И обрезать. И теперь самостоятельно пришьем второе ушко. Я пришила второе ушко и вышила полосочки с этой стороны и вот эти боковые полосочки по туловищу тигренка. И сейчас я покажу, как я вышиваю хвостик. Завожу иголочку вот со стороны и вывожу на хвостике. Оставляю здесь небольшой такой кусочек ниточки. И далее хаотично, приблизительно длиной по 3 столбика. Вот так распределяю ниточку. Здесь полосочка. Теперь снизу. Еще раз. И так до низу кончика хвостика. Дошла до конца. И теперь возвращаюсь иголочкой через хвостик назад и вывожу ее иголочку в начало, где у нас заходила ниточка. Подтягиваю. Выправляю хвостик, ниточку обрезаю и также завязываю на 2 узелка и прячу кончики вовнутрь изделия. По желанию можно вышить и пузик. Ну а теперь вернемся
назад к мордочке и оформи ее дальше. Для этого возьмем оранжевую ниточку, приблизительно такой длины, я показываю вдвое, и вденем ее в иголочку. Теперь сделаем утяжку. Вводим иголочку вот снизу и выводим ее под глазиком. Оставляем небольшой хвостик. Затем иголочку вот вкалываем с другой стороны глазика и вытягиваем ниточку там, где она у нас была изначально, но на один столбик дальше. Вот так. Тянем ниточку и затягиваем вот так вот ниточки вместе. Видите, немножко изменилась мордочка. Глазки стали более поглубже. Далее вводим теперь иголочку туда, где у нас было на первое вкалывание ее, там, где у нас хвостик. И вытягиваем иголочку вот с этой стороны глазика. То есть как бы проходим по одному шаму под глазиком. И теперь с другой стороны. Таким образом мы подтягиваем глазики к низу мордочки. И у нас получаются утяжки. И выводим сюда же, где у нас была изначально введена иголочка. И также подтягиваем. Посмотрите, как изменилась мордашка. Получилась мордочка более вытянута. И теперь обрезаем ниточку и завязываем на два узелка. Ниточка, вот у меня конец один не опаленный, и она сыпется. Завязала. И теперь кончики прячем вовнутрь. Хорошо спрятали, и она уже у нас спрятана и не видна. Нам осталось с вами вышить белки глазиков. Можно вот так сделать. Здесь такой же. Попали все одинаковые с одной стороны. Я еще вышивала вот и над глазиком беленькой ниточкой. Тоже симпатично смотрится. Берем белую нить для белков, вставляем в иголочку и будем теперь вышивать белки. Я ввожу вот где-нибудь в этом месте первую вкалывание иглой. И вот еще, кстати, видите, у меня вот оранжевенькая нитка на белом. Я ее также потом белой пряжей закрою и выровняю, чтобы было симметрично. Здесь можно сделать, давайте попробуем снизу, если сделать белки, как будет смотреться. Грустновато, да? Ничего. Они не могут грустить, потому что они любимые наши игрушки. И не могут быть грустными. Так что пробуем, экспериментируем разные варианты. Немножко попробовать ближе. Вот
И теперь вниз. И выходим на эту сторону, к этому глазику. Вот так получилось. Давайте немножко так уголком. Не всегда получается одинаково, но будем пробовать, чтобы белки глаз получились симметричные. Как с одного глазика, так и на другом. Также немножко вот у меня нужно вот сюда ниточку на одну петельку. И назад. И теперь я хочу исправить вот здесь этот оранжевый кусочек, поэтому я вывожу ниточку вот в этом месте. Здесь подтягиваем, вот так у меня получились. Видите, здесь такие глазки, здесь вот такие глазки. Ну и закрываем оранжевую ниточку, чтобы у нас получилась симпатичная, симметричная мордашка. И вот еще немножко оранжевого также можно закрыть. И сюда, и назад. Иголочку выводим там, где у нас она первый раз зашла. Ниточку обрезаем. Завязываем узелок. Можно чуть покороче. И заправляем концы в изделие. Вот еще хочу один момент обратить ваше внимание на вот, видите, здесь немного пробил просвет, так как у меня здесь была более затянута нитка, когда я вышивала носик. И вот оно осталось. Что я применяю здесь? Клей. Немножечко намазываю клеем и затем аккуратно ниточки сдвигаю одну и вторую между собой. Они прикрепляются, приклеиваются, и тогда вот этого беленького пятнышка уже не видно. И теперь шарфик. Как я вяжу шарфик? Я беру ниточку. У меня ниточка потоньше. Обычный акрил. Набираю 65 цепочку из 65 воздушных петель. Ну, можно померить. Может быть, вам у вас другая пряжа, и вам будет необходимо другой набор цепочки. И затем вяжу, начиная с четвертой петли от крючка. 1, 2, 3, в четвертую ввожу крючок и провязываю далее по цепочке столбики с одним накидом. Довязав до конца цепочки столбики, остается одна петелька цепочки. Провязываю 2 воздушные петли и ввожу в первую воздушную петлю цепочки, присоединяясь к ней. Затем ниточку обрезаю. Здесь завязываю узелок. И затем немного нужно спрятать
вот эти кончики, поэтому таким образом провожу их вдоль столбиков по верхушке. Обрезаю, и чтобы оно не растрепалось, вот эти вот две ниточки, я немножечко совсем вот этим бесцветным клеем приклеиваю. И теперь украсим шарфиком нашу игрушку. Наш тигренок готов. Я очень надеюсь, что у вас получились у всех хорошие, красивые, позитивные игрушки. А мы с вами прощаемся. Благодарю всех, кто вязал вместе со мной. Всего вам наилучшего!